Ну, прикольно, Вестфилд на елке. Все для меня картон. Прошью любого и ББшками, так что под калибера не понадобятся. Ну и погнали на нашу любимую позицию. Надеюсь, союзники это тупорезы. Ломанутся сейчас. Вперед, батьки. Ну, один у нас уже погнал. Помогите. Люблю на этой карте один оставаться. Против пяти, там, шести человек. Здесь классно прятаться. О, ты 50, что решил натворить? Эх, блин, не довернул чуть-чуть. Ладно. Ты 50 за артиллерией пошел сразу. Пускай. Нам она не нужна. По сути дела. Так, еще парень там есть. Но чуть вылетит. Отличный выстрел. Меня даже не спалила она. Стоять. Вот, молодцы, на гусенице. Стоит, как думаете? Ладно. Узнаем об этом после боя. Так, так, так. А вот это вот что-то не очень прошиваю. Ну, посмотрим. Там Т-75. Эй, 85-ки. Балах. Т-34-85. Вот так он называется. Чё-то как-то неоднозначно там наши ребята зашли. Да ладно, блин, промах. Досадное в землю. А он стоит. Ух ты! Приехал. И я только выстрелил в него. Козлина, блин. Чуть арта еще сверху не накрыла. И второй раз. Ладно, что там у нас? Башня, триплекс. Ну давайте триплекс. Башня нам не важна крутиться так сильно. Этот... А, блин, я дерево свалил. Так не можно. Ну, жаль, что они мне оставили один только шанс на ошибку. Мы их здесь держим вдвоем, грубо говоря. Я ожидал, что они будут стрелять по кустам, поэтому стал вот так. Все равно, что в движении, что... Стоя, они меня не увидят. Ну, пока 6-5. Как бы, блин. 7-6. Наши там вроде неплохо держатся. Не буду лезть на рожон. Засвечивать я и свечу и так. Легко. Опа, блин, вот только я свернул. Ахиллес попёр. Да ладно. Он остановился прямо перед выстрелом. Нехорошо, что меня не увидал.
В атаку никто лезть не хочет. Их поменьше будет, но начнут отстреливаться. Но, конечно, не свелся. Так бы, блин, можно было попасть. Но я бы все равно не успел. Потому что я видел, как вот этот вот подъехал и начал прицеливаться. Т-28-01, 105. Вообще нормально. А, у него фугасница. Что, есть тут еще кто? Ну, ВКшка решил покончить с собой в этом бою. Не будем ему мешать. Посмотрим на всю эту картину издалека. Сейчас он засветит арту, мы по ней упнем. Он оттуда бил. Не попал. Вот отсюда. Да? Тоже нет. Ну давай, свети. А как так-то? Упс, она раз и спряталась куда-то. И я промазал. Но это победа однозначно. У нас осталась одна артиллерия, и то где-то там, походу, на горе. Опс, а вот и парень наш. Ну, это просто копилочку. Нет, спрятался. Давай, выходи уже, все. Конец. Конец игры, дружище. Пора вылазить. Давай задний ход. Еще быстрее. Ты посмотри какой. Хотел мышиный глаз попасть на них. Готов. А где же у нас артиллерия-то еще одна? Она откуда-то отсюда бьет. Ага, вон его. Ну, а еще чуть-чуть. Нет. Фиговый бой, короче. Да. Особо ничего я здесь не натворил.